Клуб любителей православной книги приглашает горожан обсудить биографию митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, который на протяжении почти четверти века возглавлял нашу епархию. Собрание пройдет 31 января в библиотеке имени Маяковского, начало в 17:30. Для справки, клуб любителей православной книги появился в нашем городе 5 лет назад. За это время под его эгидой успело пройти более 40 мероприятий, которые посетили 12 тысяч саровчан.